На бездействие городских властей жалуются жители Сорска. Уже три дня коммунальные службы не устраняют порыв в трубах водоснабжения. Вот какое видео пришло в рубрику «Мобильный репортер». Я нахожусь в городе Сорске, на заправке. Посмотрите, что здесь. Похоже, прорвало трубу. Вот вытекает вода. Видно, здесь пар. И еще дальше. Все происходит в нижней части города. Автор видео уверяет, прорвало трубы с горячей водой, и часть домов остались без тепла. В администрации Сорска отказались от комментариев. А на местной котельной уверяют, авария случилась в системе холодного водоснабжения. Почему же от воды идет пар, коммунальщики объяснить не захотели. Стать мобильным репортером нашей программы может каждый, кто стал очевидцем актуального события или интересного явления. Но обязательно необходим комментарий к тому, что происходит в кадре. Ждем ваши сообщения в мессенджерах, соцсетях и на сайте вестихакасия.рф в разделе «Прислать новость».